Начинается матч Inline Group и Nordea. Судя по началу, матч должен получиться товарищеским, в хорошем настроении. Находятся обе команды. Хорошо друг друга знают, помнят, любят, по-дружески ценят. Но посмотрим, как пойдет игра. Думаю, со стартовым свистком все дружеские чувства и отношения забудутся. У Inline сегодня 0-1 поражение от Московского кредитного банка, но 2-0 победа над Метлайфом. Nordea практически с таким же счетом переиграла Метлайф сегодня 2-1. И вот вторая встреча сегодняшнего дня для Nordea, третья для Inline. Inline еще впереди играть с Сбербанком страхования, у Nordea матч против Русала. Так что впереди все еще сложнее. Может ли устроить команда ничья сейчас? Я думаю, что в целом они будут на нее согласны. Все заработают очки. Почему-то не считают, видимо, друг друга прямыми конкурентами. Но это их дело. Если хотят играть в такой товарищеский футбол, мы возражать не будем. Поберегут друг друга для основной работы. Все-таки у нас играют не профессиональные спортсмены, команда корпоративная. Так что такая хорошая физкультура нас ждет в ближайшие 20 минут. Момент Inline. Пытался капитан Inline попрессинговать вратаря. Через большое количество передач выходят из обороны в атаку и те, и другие. Вратарь не сразу нашел, кому мяч, собственно, передавать. А, вот в пользу Inline. Правильно подсказывает тренер Inline. Нужно попадать в створ, тогда и забитые мячи будут. Может быть, сосредоточиться в ударах не на силе, а на точности. Попросили игроки поменять игровой мяч, но вроде все нормально со снарядом. Ну, сейчас проверят работники. Благо мячей много, хватит на всех, как в старом советском детском художественном фильме. Inline неплохой контроль мяча показал. Вот сейчас уложен был на паркет Росихина. Удар очень точный получился.
инлайн групп выходит вперед. Четверть матча позади. Еще один удар онлайна. Главой желтых. Рома, пойди от мяча, пожалуйста. Два удара. Значительно выше цели летит мяч. Ходи, Рома, ходи, ходи, Рома, ходи, Рома, ходи, Рома. Зачем это делать? Ну, вот совершенно вот. Ненужный сейчас фол. Стенка отодвинута. Правильно, стенка была выставлена, два удара в нее пришлось. Контратаку можно выходить. Вся удалая четверка инлайн идет вперед. И четко разыграно 2-0. 69-й. 8-й, да? 8-й, да. Да, 69-й пошел. Да. Отбор в центре, еще одна контратака. Хорошо, 3-0. Забил. Нарде отвечает дальним мощным ударом. Ну, правильно понимает, что нужно торопиться. 0-3 для первого тайма слишком крупно. Ошибочников делал передачу, хотя мог бить самостоятельно. Минута до конца, но пока тайма номер один. Заброс сразу в штрафную. Yeah.
С удачного рикошета началась очередная контратака инлайн, серия классных переводов, но бить-то некому. Перерыв, при счете 3-0. Второй тайм при счете 3-0 начинать очень непросто, но других вариантов у Нарде нет. Уступают они, три безответных мяча пропустили. Да, вот это даже не пляжный футбол сейчас был, это был просто волейбол. Перекидывали через центр, верхом, и заталкивает Нарде мяч уже на первой минуте второго тайма. Один отыграли. Но 1-3 все равно еще не позволяет долго радоваться. Свежая пятерка выходит у инлайна. Мамедов, точная передача. Осторожно. Тонкую передачу придумал капитан инлайна. Первый на мяче, но защитники правильно поняли, что ему требуется помощь. Не сразу забрал мяч. Красивый комбинацию прочитал. Такой был шанс. Такой шанс. Они знали, что Галина подсочила. Если бы я знал, я бы просто стал. Забрали, забрали! Рома, смотри на столе. Рома, не сюда, блядь! Здесь, Рома! Коль, привет. Кто готов? Нарде не может похвастаться длинной скамейкой, но замены периодически проводят. Четвертый игрок у Нарде возвращается на свою половину. В втором тайме сыграно уже 3 минуты и 40 секунд. Нарде, чтобы придерживаться плана, желательно в самое ближайшее время забивать второй мяч. Пытается идти в прессинг сейчас инлайн. Ну, надо помнить, что если идешь в прессинг, то много пространства оставляешь
рядом со своими воротами. Там образовываются свободные зоны, туда проникать игроки соперников и, соответственно, передачи делать. И хорошо! Непонятно, что это было, пас, удар или прострел, но капитан Инлайн вмешался в развитие событий, ногу подставил и забивает четвертый уже для своей команды мяч. 4-1. За 5 минут такое отыграть очень непросто. Серия ударов, не мудрено, что здесь досталось защитнику Инлайна. Удалась обводка, а здесь и партнеры подключились. Просочился каким-то образом мяч в сетку. 5-1. Ну, начинали встречу как товарищескую, но 5-1 какой-то не очень дружеский счет. Можно переводить на другой фланг. Но здесь было время для того, чтобы мяч обработать, поднять голову и сделать уже зрячую передачу. Шестой можно было сейчас забивать. Три в три сейчас разошлись игроки от центра, можно было самому бежать с мячом. И у Нордео стоит непростая задача — силы сэкономить на предстоящую игру против Русала. Штрафной удар исполнит Нордеа. Минута 30 до финального свистка. Сихин крепкую голову подставил под удар. Не фол, не игра рукой, только аут. Сейчас
Головой здесь чуть посильнее бы был удар, и еще один забитый мяч вдвоем против защитника одного. Снова без особого результата. Снова втроем против защитника и вратаря. Гол! 6-1. Номинальные 9 секунд остаются. Ну, там уже ничего не случится в оставшееся время. Разыграют мяч в центре. Прозвучит финальный свисток. И инлайн в целом очень неплохо идет по турнирной таблице. Ход удалось набрать. Если сейчас обыгрывают Сбербанк страхование, то могут вообще прыгнуть очень-очень высоко.